И, кстати, массовое негодование казахстанцев в соцсетях вызвала еще одна резонансная новость. Строительство отеля в местности Божира Мангистауской области. На открытое письмо казахстанцев отреагировал глава государства. Сегодня Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть данный проект с учетом негативного общественного мнения. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.